кажется, что на тот период это было, в общем, логично, и никто в этом как бы даже не сомневался. Потому что это была целая машина по производству продукта. Понимаете? Были кастраты, были композиторы, которые, так сказать, очень часто тоже были в прошлом кастрат, например, как Порпора, который писал для Фаринелли. Вот эта школа кастратного пения, она, видимо, обладала какой-то тайной. И эти певцы обладали такой тайной, которая позволяла им быть номер один на оперной сцене. И они обладали теми качествами, которые не обладали классические голоса. Потому что ведь с кастратами, вы знаете, пели и классические сопрано, и мужские голоса, все было. Но они именно царствовали, они именно диктовали и моду в музыке, и стиль, и возможности голосовые. Я думаю, что кастрировали, зная, что человек одаренный все-таки, что я все-таки надеюсь, что это было так на самом деле. Не всех подряд, наверное, все-таки. Это очень большой был удар кастрации, удар по всяким, скажем, институциям ранним. Мужчина не мог продолжать род, значит, он не мог существовать дальше. Значит, его выбрали как музыкальный инструмент только для этого. Конечно, это уникально, но из 10% только, из 100% только 10% пели. Может быть, 3% хорошо пели, 1% превосходно пели. Oh.
Es domāju, ka šie cilvēki jau paši neizlēma. Tas bija vecāku nu, vara un teikšana, ka lūk, šāda operācija ir jādara. Tikai lai tamdēļ nabagie kļūtu bagātāki un viņu bērni kļūtu slavenāki par citiem bērniem. Tajā laikā tas laikam bija ļoti nozīmīgi. Un, bet šodien es laikam neko tādu neatbalstītu. Композиторы писали для этих голосов, для этих, конкретно для этих певцов. Значит, она стоила того, чтобы писать ее. Значит, эти певцы обладали такими возможностями, которые не обладали другие. Значит, это было как вдохновение, как муза для них, понимаете, кастраты. Каждый человек должен сам ответить на этот вопрос. Если бы это коснулось меня, кастрации, возможно бы я, наверное, не захотел этого. Потому что продолжение рода, дети, это очень важно для человека. Кастраты, они развивали всю музыкальную культуру в то время, в 18 веке, в конце 17 века. Это безусловно, потому что сам стиль уже бельканто, уже они развивали дальше до какой-то степени, чтобы это достигало каких-то вершин, скажем, и по диапазону, по колоратурам, по звуку, по красоте тона. Искусство – это такая вещь, которую никогда никто не постигнет. Я имею в виду настоящее искусство. И ответить на этот вопрос однозначно совершенно нельзя, конечно.
мы сейчас можем посмотреть только на кастрацию вот сейчас сегодняшнего времени, да? Сегодняшнего как бы мировоззрения. Сегодня я бы сказал, что нет, не стоило. А с другой стороны, может быть, и стоило. Но как всякое издевательство над человеческим организмом, я все-таки прихожу к мнению, что не стоило. Потому что это все-таки издевательство над человеческим организмом, над тем организмом, который создал Господь. И не человеку решать, кем должен быть другой человек. Visumā kontratenori ir tie, kas turpina kastrāta iesākto tradīciju un manieru dziedāt šādā veidā, jo mūsdienās šāds process kastrācija nenotiek un arī šādu cilvēku nav. Un kontratenori ir vienīgais patiesais apliecinājums šodien, kad var dziedāt tieši tāpatām, kā dziedāja pirms 300 vairāk gadiem. Когда в институте Ухтомского проводилось изучение моего голоса, то ученые пришли к выводу, что это не мужской голос и не женский голос. Понимаете? Когда я гастролировал по Америке, то одна женщина сказала, что, вы знаете, мои дети не могут вас слушать, когда смотрят на вас. Вот когда они не смотрят на вас, им нравится вас слушать. Это говорит о чем? О стереотипах, да? Или еще о чем говорит? О том, что мы привыкли, что у мужчины должен быть именно такой тембр голоса, у женщины такой. Но есть тембр голоса, вот который не похож ни на женский, ни на мужской, тембр контртенора, скажем так, да? Так вот, этот тембр голоса состоит из других частот.
из других, скажем так, тембральных окрасок. И он по-другому влияет на каждое человеческое подсознание. Сейчас это все популяризировано, и сейчас это, в общем, и даже это модным нельзя назвать. Это, в общем, как бы уже составная часть оперного мира. Другое дело, что сейчас к этому, как бы до сих пор к этому относятся с позиции классических певцов и классических голосов. То есть, если ты можешь доказать, что ты, так сказать, профессионально абсолютно владеешь всеми техническими приемами голосовыми, и ты убедителен, тогда, как бы, вопрос снимается сразу. Но я предпочитаю на мужские роли все-таки мужчин, которые поют фальсетом. Их немного, но можно найти. Это сильный голос, специальная краска, там красивое такое железо, которое нет в средней тесситуре, такой, скажем, диапазоне среднем женщин. Это очень чувствительные голоса и реагируют моментально на любое проявление сладкой жизни. Поэтому, конечно, мы всегда в каком-то состоянии
ну, не ущербном, но каком-то обделенном в чем-то, мне так кажется. Но хотя многие думают по-разному, и многие живут полной жизнью, ничем себе не отказывая. У каждого есть своя карма, сложности. И вот от этого растет человек. И не будет сложностей, не будет определенных каких-то моментов жизненных, сложных, то из тебя певца не будет, профессионального певца не будет хорошего. Поэтому я считаю, что сложности должны быть. И Бог нам дает их для того, чтобы проверить, сможем ли мы их преодолеть или нет. Mūsu balsi ir kaut kas tāds īpašs, ko es vienmēr saku, kad jāiztais acis ir ciet un nu, paklausies, vai tev patīk, vai tev nepatīk. Un, nu, tāpat tam varbūt arī eņģeļu loma noliek visus četrus eņģeļus blakus. Un nu, pēc kārtas, lai katrs nodzied, un tad paklausās, kas ir tīkamāks ausī. Jo mums kontratenoriem jau ir tā krāsa, tas tembrs, kas dod to valdzinājumu klausītājiem. Jo nevelti šīs balses kādreiz dziedināja cilvēkus, tie, kuri bija slimi. Un es tam ļoti nu, ticu pēc arī pēc savas nelielās koncertu darbības, kas man ir šeit Latvijā. Cilvēki nekad nav dzirdējuši tādu balsi. Un ir dažādas reakcijas. Vai nu kāds smējās un ķiķina par tevim, vai nu arī nu, ir cilvēki, kas raudi, kam ļoti patīk klausīties. Squarci il cuore sano, amo il frangiuto, senza riparo scudo, senza riparo scudo. Tutti ancora il cuore sano aiuto,
это в определенном смысле молитвенное состояние певца, потому что именно в этот момент певец полностью обнажен, его состояние, он как бы в естественном, в певческом состоянии, он на сцене абсолютно беззащитен. Каждого певца, творческий путь, он, это же как-то, это какой-то опыт. И когда ты начинаешь петь, когда ты выходишь на публику, ты уже сразу понимаешь, насколько это интересно публике. Если это имеет успех, если это имеет, так сказать, какую-то ценность, ты это сразу поймешь. У меня всегда чувство борьбы. То есть ты выходишь на сцену, и ты борешься. С самим собой, своим страхом, своим голосом. Вот. То есть чувство какой-то определенной борьбы со зрителем, с ее энергетикой. Воспримут они тебя, не воспримут. Естественно, опять же, техника преобладает. И, потому что пение, техника и пение, они неразделимы. Художественный образ, они неразделимы. Barbaro!
которые меня слушают, люди, которые меня знают, любят, это самое важное, потому что творец, вот мы творцы, мы должны свою энергетику отдавать людям, иначе она никому не нужна. А не будет тех людей, которые тебя любят, которые тебя слушают, тогда это не нужно, хоть какой у тебя будет голос. Я пою не для театра, не для тех, кто руководит театром, а я пою для людей, которые придут и будут слушать меня. И согласится дирижер этот со мной работать или не согласится. И по большому счету мне глубоко начихать на него. Я пою не для него. Не для дирижера, не для директора театра, не для художественного руководителя театра, не для директора концертного зала. Я пою для людей. Могу также выйти просто в церковь и петь для Бога. Когда ты исполняешь музыку, когда ты ей верен, она тебе помогает. А когда ты ее просто исполняешь ради того, чтобы показать свой голос, я думаю, что она тебя может и испортить. Поэтому я считаю, что, конечно, благодаря только музыке, благодаря только вот энергетике, вот ее, я черпаю силы. Потому что бывает, конечно, очень сложная ситуация, когда ты не в очень хорошей форме. Но когда ты в эту музыку вливаешься, когда ты ее доносишь, ты все забываешь. Потому что на самом деле психология человека, она настолько как бы справляется с этим. Музыка всегда, она выше всякого всего. Это феномен, который никто никогда не может объяснить. Понимаете? Вот я не могу объяснить вам. Можно ли сказать, что Бог — это музыка? Да. Если вы говорите, что Бог, верите ли вы в Бога, я вам скажу, я верю в музыку. Да, я верю.